пластическая операция вообще сама по себе не неадекватное действие. То есть ты, получается, приходишь, самостоятельно укладываешь себя под наркоз, под то, что тебе будет больно, и потом ты говоришь, я принимаю, да, вот этот период восстановления, того, что меня там будут разрезать. Это же человек в нормальном состоянии должен бояться вообще, а не хотеть туда прийти и это сделать с собой. Это же была там не моя там единственная операция. То есть уши у меня такие были, торчали. Вот уши я еще подправила. И у меня были грыжи. Грыжи вырезали мне. Мне хватает смелости сказать, что когда человек идет на операцию, подвергает себя боли, наркозу и восстановительному периоду, мое личное мнение, что он не может в этот момент находиться в принятии. Ну я, по крайней мере, за себя скажу, не находилась я.